Взяли. 13-13. Всего 5 дней. 5 дней всего. А, районный коэффициент. Ну, это в районах Крайнего Севера. У нас здесь не знаю. Добровольная уплата страховых взносов. Это для взносов. Тех, кто индивидуальный предприниматель. Нам это, нас это не касается. Страховой стаж менее полугода. Не отмечаем. Нет, считаем. У нас больше. Стаж выберите из списка. От 5 до 8 лет. Хорошо, человек работает на предприятии. Так. От 5 до 8 лет ставим. А, неполная ставка. Это нам не надо. 30 дней после так пособия сни. Год заработка 2016 ставлю. Да. Сумма дохода. Ты пишешь сумму дохода? Я напоминаю, что у нас для расчета больничных берется средний заработок, который рассчитывается, исходя из средней зарплаты за предыдущие 2 года, перед годом ухода на больничный. Это в 2016. То есть у нас был 16-й и 17-й. И в 2017 ничего не поменялось. Сумма за весь год. Сумма зарплаты за весь год. А, за весь год за весь год, да-да-да. Там есть предельные суммы. Хорошо, пишем. Смотри, там предельные суммы. Пишем 150 тысяч, ладно. 150 тысяч за год, да? Это нормально? Год, наверное, маловато, я думаю. Хорошо, 250 тысяч за год пишем. 250 тысяч от